Разбавить серые февральские будни и привнести весеннее настроение помогает декоративно-прикладное искусство. В школе номер 23 прошел мастер-класс по созданию броши «Весенний цветок». Химчан научили делать изысканные украшения своими руками, которые отлично подойдет в качестве подарка. Провела встречу Жанна Вильган, которая много лет занимается творчеством и знает, как создавать элементы декора буквально из любого материала. Есть два варианта, как вырезать цветы. Первый вариант – это берем и делаем форму лепестка. Вот он у меня такой узковатый получился. Первый вариант. Второй вариант немножко быстрее. Вы уже для себя выбираете сами, какой вам удобнее. Складываете вдвое и вырезаете один полукружочек. Проект «Химки. Интересно жить» радует химчан больше года. Многие жители стали активными участниками таких встреч. Среди них Ольга Баранникова. Больше всего ей запомнился мастер-класс по уходу за растениями. Сегодня тоже освоила новый навык. Я думаю, что интересно это для всех. И подарить любому подарок и сделать себе приятное, посетить любой мастер-класс и отдохнуть с людьми, как бы пообщаться. Творческие, спортивные, интеллектуальные встречи в Химках проходят каждый день. Проводят их больше года. За это время мастер-классы посетили около 80 тысяч человек. Проект появился благодаря просьбам жителей. Инициативу поддержала администрация округа. Сегодня у нас прошло такое замечательное мероприятие нашего проекта «Химки. Интересно жить». Так где же можно узнать еще какие мероприятия, что это за проект, может быть, кто-то не в курсе, да, из ваших родных, знакомых. Ну, люди современные в большинстве своем, да, молодежь здесь присутствует, молодые мамы, ребята, да, которые гаджетами владеют в полной мере, даже больше, чем мы взрослые. Поэтому вот у нас есть сайт проекта «Химки. Интересно жить». На сайте eventadamhimki.ru можно узнать всю информацию о проекте, а также какие встречи по интересам можно посетить. Еще больше информации можно найти в соцсетях по хэштегу «Химки. Интересно жить».